Цена только сегодня. Каждый день мы представляем один товар по исключительно низкой цене, действительный только одни сутки. Удачных вам покупок! Предложение дня – это особое предложение. Это означает, что мы раз в день выбираем что-то особенное, что-то самое сиятельное, что-то уникальное для вас. Сегодня цепочка Сингапур 004-660-759 и премьера, две цепочки по цене одной, два цвета. Вы приобретаете, например, цепочку серебряную в золочении, а серебряную в родировании в той же длине получаете в подарок. Цена только сегодня от 999 рублей. И знаете, хочу вам задать вот такой вопрос. С вашей точки зрения, какое украшение будет не только красиво переливаться, но и может подчеркнуть достоинство? Вот на мой взгляд, эта цепочка однозначно, потому что цепочка, с одной стороны, это украшение очень универсальное, и с другой стороны, это украшение многогранное. И наша цепочка Сингапур поистине многогранна во всех смыслах этого слова. Фантазийное плетение Сингапур. Это технология панцирного плетения, если мы с вами будем уходить в технологии. Но я все-таки вам предлагаю рассмотреть детали и рассмотреть, насколько плотно собрана эта цепочка. Обратите внимание, звено к звену плотно по технологии панцирного плетения, но технология здесь особенная, потому что создается эффект кручения. То есть вот такая скрученная цепочка будет смотреться великолепно со всех сторон. 360 градусов, да, со всех сторон, с любого угла эта цепочка смотрится великолепно, а значит, потрясающе смотритесь и вы. И самое главное, сегодня в рамках наших горячих скидок, горячих дней, перед майскими праздниками, уже выходные начались, две цепочки по цене одной. Что это означает? Выбираете одну цепочку, например, в золочении, вторую серебряную в родировании, получаете подарок. Или наоборот, если вы любительница белого цвета, да, вы белую выбираете, золоченую получаете в подарок. Как здорово! Не нужно выбирать сегодня между одним и вторым цветом, между золочением и родированием. Никакой конкуренции, только объединение. Великолепный тандем. Одну приобретаете, вторую получаете. И вы можете, например, золоченую носить, цепочку серебряную в родировании подарить. Или наоборот, экспериментировать. У вас ведь наверняка есть в вашей коллекции и серебряные кулоны в золочении, серебряные в родировании. Если вы до этого момента искали свою идеальную цепочку, считайте, что вы ее нашли. Фантазийное плетение, блистательное, стильное. Безусловно, универсальное украшение на все времена. На нашей модели длина сейчас 40 и 50 сантиметров. Длины у нас также есть на выбор от 35 до 70 сантиметров. Чуть-чуть будет меняться цена в зависимости от длины, но какую бы длину вы ни выбрали, помните, вторую цепочку в другом цвете вы получаете в подарок. То есть, если вы выбираете родирование, то золоченую цепочку получаете в подарок, и наоборот. У вас получается две цепочки, два цвета, от 999 рублей до 2299 рублей за длину 70 сантиметров. Обратите внимание, еще раз, длины есть от 35 до 70 сантиметров. Я даже, честно говоря, не уверена, что у меня здесь все длины представлены. Это фееричная совершенно подборка. Обратите внимание, что, опять же, одну приобретаете, вторую получаете в другом цвете. То есть это предложение не золочение, золочение, родирование, родирование, да, а вы получаете два цвета, две цепочки по стоимости от 999 рублей. Только сегодня действует эта акция. Для такой акции это премьера в наши горячие деньки. Цепочка Сингапур 004-660-759. Давайте с вами еще разберемся, пожалуй, с плетением. Да, давайте опять же внимательно посмотрим. И издали мы можем увидеть, как она блистает, как она вот так вот подмигивает. Действительно, очень интеллигентно сияет. Да, здесь, с одной стороны, блеск интеллигентный, но при этом достаточно яркий. Вот почему я говорю, что это универсальное украшение. Соединили с ярким кулоном — у вас яркий образ. Соединили с каким-то повседневным кулоном или носите просто как вот такую блистательную линию — это вполне себе такой повседневный вариант, да, на каждый день. Цепочка – это украшение, которое можно носить не только женщинам, но и мужчинам. Но, кстати, о стиле, о том, как будем носить эту цепочку, я расскажу чуть позже. Пока что хочу вам показать особенности плетения и ширину этого плетения. Обычные цепочки, которые мы видим, они не превышают по своему размеру, ну, миллиметр, да, ну, может быть, два. Давайте с вами измерять, какая здесь ширина. Эта цепочка смотрится широко и солидно.
Вот у нас с вами здесь почти что 2,5 миллиметра. Посмотрите, какая ширина, и здесь алмазная грань на каждом из звеньев. То есть каждое из звеньев по форме где-то нам напоминает немножко ромб, да, посмотрите, и они скручены в скрученном плетении. На каждом из звеньев по 4 алмазной грани. 2 алмазные грани с одной стороны и 2 алмазные грани с другой стороны. И вот Ксения у нас сейчас выбрала более такой, я бы сказала, что модный, даже я бы сказала, что экспериментальный вариант. Она сочетает и красный цвет цепочки, и белый вместе. Длины, конечно, здесь разные. Длина здесь 45 сантиметров и 55. Вы видите, что чуть ниже спускается в зону декольте. Длины есть до 70 сантиметров. Выбирайте ту длину, о которой вы давно мечтали, потому что цены вас удивят на любую из длин. Стартовая цена на эту цепочку от 999 рублей, но вы получаете не одну, получаете две цепочки. А если вы сейчас выберете, например, 3, 4, 5 цепочек, вы сможете создать вот такую волну сияния. Посмотрите, как будто бы прям волны, да, посмотрите, какой блеск, какие искры от каждой из алмазных граней. Вам сегодня все доступно, не ограничивайтесь одной парой цепочек, выберите 2, 3, 4, выберите несколько длин, вы сможете их дарить. Вот сейчас наверняка в рамках майских праздников будет масса поездок в гости к родственникам. Я, например, регулярно езжу к крестной обязательно на майские праздники. Возможно, вас посещают внуки или племянники, или дети, или опять же крестники. Почему бы не подарить вот такие потрясающие украшения, чтобы просто, ну, сделать такую, знаете, опять же, прекрасную традицию, дарить вот такие подарки, когда вы встречаетесь. Это серебряные ювелирные украшения в золочении или в родировании. Каждый из этих цепочек содержит в себе, конечно же, драгоценные металлы. Где-то в среднем от 2 до 4 граммов будет вес каждой из цепочек, но не забывайте то, что одну приобретаете, две получаете, две приобретаете, четыре получаете. Горячие цены только сегодня и специальное предложение дня в рубрике «Ювелирные украшения». Носите эту цепочку. Можно ее, на самом деле, носить, даже не снимая на ночь. Но она настолько удобная, она настолько приятная, прям обтекаемая вот это плетение, чрезвычайно комфортное. И это гипоаллергенное. Материалы – это серебро в золочении или серебро в родировании, но сегодня вы не спорите, вы не думаете, какой цвет выбирать. Вы приобретаете одну цепочку, второй цвет вам придет в подарок. Каждая цепочка в стоимости где-то в среднем 450, может быть, чуть больше рублей, но здесь, конечно, великолепная стоимость сегодня. Забирайте из эфира.